Звонкий смех и хорошее настроение – непременные спутники детского праздника, с которого начинается лето. Веселые игры, конкурсы, творческие мастер-классы, песни и танцы, захватывающие квесты и викторины. А еще угощение мороженым. Что в планах, расскажем. Бендеры – городской дворец культуры. Артисты репетируют сказку. День защиты детей здесь отметят не только в городе, но и в селах. 31 мая в 11 часов зефирно-мармеладная программа начнется на Протигайловке. Представление организуют у сельского ДК. И детей ждет театральная игровая программа. Они попадут в страну Чухош, где смогут загадать самые заветные желания, которые обязательно сбудутся. Помимо этого будет еще мастер-класс. Лепим зефирки, делаем карнавальные маски. Помимо этого еще будет аквагрим. И закончится все всеми любимым мороженым, которые будут раздавать детям. Также 31 мая праздник детства отметят и в ГИСКе. Девчонки и мальчишки будут рисовать на асфальте, лепить фигурки из глины и делать керамические сувениры. 1 июня праздничную программу организуют в парке Невского на большой сцене гала-концерт. Больше 200 юных артистов будут петь, танцевать, рассказывать стихи и не только. С 4 часов у порохового погреба пройдет игровая программа, насыщенная танцами, играми. Причем она будет с 4 до 19.00. Это три разные игровые программы, разные по наполняемости, по играм, по танцам и по героям. Также там будет фудкорт со сладостями для детей, разные выставки, которые представят художественная школа и фейс-арт. На одной из центральных аллей парка появится сказочное зазеркалье. Там можно будет поиграть и сфотографироваться с героями детских фильмов – Алисой, Шляпником, Круэллой и не только. Начало праздника в 16 часов в парке Невского. Как всегда, ярко и весело отметят День защиты детей в Борисовском сквере в программе «Веселые конкурсы», «Викторины» и «Мороженое». Начало 1 июня в 10 утра.